В концертном зале столичной гостиницы «Россия» прошел вечер чествования чемпионов страны по футболу «Спартаковцев». Команде вручены золотые медали. Лучшим вратарем года впервые стал Станислав Черчесов. Так уж сложилась турнирная ситуация, что мы вынуждены были начать наше футбольное обозрение с матча «Спартак-Динамо Киева». Пока ничья 1-1. Последние секунды этой встречи. Сейчас нарушение правил, и спартаковцы получили право на штрафной удар. Ну, наверное, все, кто пришел на стадион, остались довольны тем, что вот настоящий спектакль футбольный получился в этот вечер. И киевляне, и спартаковцы действовали вдохновением. И вот мяч в воротах киевлян, и счет становится 2-1 в пользу спартаковцев. Спартаковцы, выиграв тяжелейший матч у динамовцев Киева со счетом 2-1, завоевали золотые медали. Ну а мы по горячим следам торопимся, конечно, взять интервью у победителей. У игрока номер один, я имею в виду, только номер у него, первое интервью. Какие чувства ваши сейчас? Я устал. Устал просто. Ну вы верили вот в исход этого матча, верили в победу? Честно, я думал, сыграю в ничью, потому что столько хлопот доставил своим этим голом. Ну спасибо ребятам, выручили. Спасибо. Я устал не от игры, а от того, что на третьей минуте такое пропустить. И всю игру это, ну, не выкинешь с головы. И надо было уже ни одной ошибки не делать. То, что я постарался сделать. А ребятам спасибо большое. Ну, наверное, все болельщики «Спартака» вам говорят спасибо за очень надежную игру в этом сезоне. Вы достойно заменили Рената Досаева. Ну, я с ним рядом рос. А его подводить, я думаю... некрасиво. Не только его, но и всех наших болельщиков. И команду тоже, которая мне доверила это место. Поздравляю еще раз с победой в чемпионате. Первые минуты, это, в принципе, человек еще не может сообразить, что он сделал. Но была, как бы сказать, пустота и усталость, все. И никаких эмоций, ни победа, ни поражение. Такое чувство, что если мы даже проиграли, все равно бы ничего не изменилось. Я был бы такой, как и был. А то выиграли, и потом только начинаешь осознавать, что да, действительно, ты, оказывается, что-то сделал. А не, ну, это сложно передать слова, это надо испытать.
Вообще-то отец сразу понял, что он взялся за серьезное дело, а мама, как все мамы, переживала сильно. Да, она сильно переживала, не хотела, чтобы... Все-таки он единственный сын, она хотела, чтобы он все время был при ней. Вообще я футбол раньше не любила. Как-то мы вообще всей семьей смотрели только всегда хоккей, вот соревнования хоккейные. А когда он стал в футбол играть, мы уже, можно сказать, переключились полностью на футбол. Так что футбол сейчас для нашей семьи – это первое дело. Вы знаете о моих симпатиях к этому футболисту. Ну, во-первых, я его уже люблю, откровенно говоря, как вратаря, за то, что он один из немногих наших голкиперов, продолжающих советскую школу вратарского искусства, основанную на, в первую очередь, на самопожертвовании, я бы вот так назвал. То есть, прежде всего, игра командная, себя не жалеть, сделать все, чтобы... коллектив выручить, сделать все возможное, но в ворота спасти. Вот Черчесов как раз этим и отличается, в самую-самую лучшую сторону, и потому я являюсь его, собственно говоря, поклонником, насколько может вратарь быть поклонником другого вратаря. Но самое главное, что он настоящий советской вратарской школы, представитель, и дай бог ему, чтобы он таким оставался долго-долго, и здоровья ему, и счастья. В воротах счастье не последнее дело. Приехал в 84 году, встретили нормально, 1 апреля это было, но это была не шутка, это на самом деле, 1 апреля, все в порядке, я приехал сюда. Встретили нормально, я многих знал, а как вратарем себя почувствовал, я думаю, в ходе сезона, не после какой-то там игры, допустим, в Киеве мы выиграли 4-1, я уже чувствую, что да, я вратарь Спартака. Нет, это было так постепенно, и человек сам не замечает, как он влился. Наверное, так и должно быть. Вратарь – это полкоманды. Здесь это бесспорно. Примеров очень много, когда, в общем-то, и вот наш прошлый сезон, когда вратарь играл уверенно, то есть Станислав, то у нас все, в общем-то, хорошо. Мы стали чемпионами. Сейчас вот пример, хоккейный пример на чемпионате мира Швейцарии. Наша команда, молодой вратарь Ирбе, придал, я считаю, уверенности нашей команде. Она стала чемпионом мира. Это вот здесь, наверное, само за себя говорит этот факт. Дима! Вообще-то каждая игра – это что-то новое. Потому что если в шахматах расписано там дебют там ферзевый гамбит или там сицилианская защита или еще что, тут же неизвестно, что вчера, пожалуйста. Я же не знал, что... Я знал, что он так бьет, но чтобы так ударить, я не предполагал, что такое вообще может быть. Вот, пожалуйста, тебе загадка. Так что в игре, вот именно в самой игре, так нельзя заранее предугадать все.
Интереснейших матчей тура. Выражаясь боксерским языком, первый раунд остался за спартаковцами. Они действительно в первой половине встречи были активнее и не раз угрожали воротам Чанова. И вот идет 21-я минута. И Шмаров поражает ворота гостей. А вот после перерыва мы словно увидели новую команду. Киевляне играли быстро, широко, энергично. Еще раз посмотрите. Финальный свисток бакинца Рагимова застает киевлян в атаке. 3-1. Я могу сказать нюансы не только в матче, но и до матча. Мотивация была слишком высока, можно сказать. То, что надо доказывать свое право, тем более, когда в тебя чуть-чуть не верят, это дополнительный отпечаток накладывает. Ну, можно сказать, что это неудачная игра. Груз психологический тоже имеет значение. И я его где-то в душе могу понять, если это так, может быть, я и ошибаюсь. Все-таки его игнорирование главным тренером в сборной команде, где-то вокруг все время вот ходят, да, он игрок сборной, но вот что-то такое. Дай ему возможность. Посмотри, ты же проверяешь всех. Проверь и его. Дай ему шанс. Или скажи, он не игрок сборной. Вот так я понимаю. А он чувствует, что он может и принесет пользу сборной команде Советского Союза, а, так сказать, а шанса у него нет, оказывается. Где-то психологически разоружает, где-то становится он, так сказать, ну за что играть? Но есть команда, за которую надо играть так же, как бы ты играл за сборную Советского Союза, это «Спартак». Там надо играть всегда в полную силу. Вот этой мысли он должен проникнуться и ни одной поблажки себе не давать. Плюс здесь в том, что еще раз я проверил себя и еще раз убедился, что готовиться надо на игру так, как ты всегда готовишься. Обычно все, обычная игра. А я чуть-чуть перекрутил себя, можно сказать. Я никогда себя не обманывал. Я 100% знаю, насколько я сыграл. Ну, на 99, чтобы не быть слишком таким уверенным. Стараюсь реально. Не надо, я же... Если человек себя обманывает, это значит, он уже не растет. Я уверен, насколько я сыграл. Но вчера я сыграл на двойку. Ну, с минусом. 100%. Мое мнение. 2. Ну, так. В этом году он тоже играет уверенно, хотя есть, конечно, сложности. Получается, бывают такие моменты, где ему тяжело бывает выручить команду. Бывает выручить команду. Ну, здесь где-то, в общем, и мы
всей команды, это и защита, и немножко послабее вот сейчас начала играть. Немного где-то ошибки стали допускать. По Стасу тяжелее сейчас. Ну, мне кажется, здесь не столько виноваты во всем, конечно, защитники. Здесь уже виноваты игроки атакующей линии, которые, если брать прошлый сезон, мы больше помогали им. И, в общем-то, сейчас как-то немножко каждый, ну, какой-то отдельный момент, но не доигрывает. Отсюда складывается уже не один, а вот все вместе, когда это, в общем-то, как-то выглядит не такой сплоченный коллектив, как был в прошлом году. Отсюда все проблемы. Знаете, нет идеального вратаря, который бы играл, так сказать, без просчетов. Это живые люди, тем более, что они играют в таком месте, где в игре нервная нагрузка буквально, ну вот, в 3-4 раза выше, нежели у любого полевого игрока. То есть, чем больше и дальше полевой игрок удален от ворот, тем меньше у него частота пульса. Чем он ближе к воротам, тем она выше. А вратарь уже, так сказать, часовым поставлен на линии ворот. Значит, ему по штату не полагается ошибаться. Самое главное, он себе не позволяет ошибаться. Он не зарабатывает себе право на ошибку. Вот тот вратарь-плох, который разрешает себе ошибаться в игре. И плох тот тренер, который это ему тоже позволяет и прощает. Ни в коем случае. Все могут ошибаться, я им разрешаю. Вратарь не имеет права позволить, подчеркиваю себе, право на ошибку. Действительно, рассчитываешь так каждую слабую сторону соперника, сильную сторону нападающего, просчитываешь там заранее, как, что, где. Но в любом случае, в игре иногда бывают эпизоды, когда ни один компьютер это не предугадает, что случится. Вот именно в таких ситуациях надо быть, как бы сказать, быть действительно на чеку и на высоте. А чтобы играть, ну это сложный механизм. Психологически в основном надо быть готовым, вратарь. Физически, технически, естественно, но когда человек психологически не готов, вратарь, то это все уходит на второй план. И техника, и тактика, и физическая подготовка, это все уже не надо. Это было в Мексике. Но насколько это правдоподобно было? Мы, ну, вот сегодня я сплю, завтра играем с Аргентиной. И вот во сне я вижу, что по моим воротам бьют пенальти, и бьют 10-й номер, и бьет вправо от меня угол. И когда в игре это случилось, бьет 10-й номер, бьет в правый угол. Ну я только потом вспомнил, что я аж сон видел вчера. Именно этот. Ну, я прыгнул в правый угол, но не достал. Просто чуть-чуть задержался, можно сказать, не поверил себе до конца. Сну своему, можно сказать, не поверил. Ну, во сне я взял, понимаешь, а тут, ну, никак. Ну, честно, это было что-то такое. Сразу в ворота встал. Ну, это в лагере было. Гугаев нас тренировал, кожаный мяч. Я думаю, все, большинство через это прошло. И Досаев, и Оганесян, и Сулакин. Ну, все, ну, слушай. Это же путь такой уже протоптанный. Так, тут уже велосипед изобретать не надо. Кожаный мяч, юношеский там, и так далее. Как вратарь, во вратаря в меня поверил. Я думаю, Шанаев. Считаю, что Шанаев именно тот человек, который, ну, поверил в меня и помог действительно творчески играть. В сборную России попал ко мне. Здесь все стекла были поломаны. Все?
все почти что. Как? Вот приезжал свояк, вот иногда вот приносит мне, бьют вот здесь, били, знаешь, и тот ломает, тот другой ломает. Я как-то с ним поскандалился. Я в конце концов бросил, ради бога. Пошел, целый ящик стекол привез, пока, говорит, вот это не закончится, как будем бить. Иди сягай, сягай. Ну, все же. Молодец. Чем быть хулиганом, здесь ходить, вот бродить по улице, лучше пускай будет там. Стас, вот ты помнишь, отец тебя когда-нибудь шлепал? Ни разу. Нет. Ну, мама, да, ну, мама, это все в порядке. Мама должна, обязана. Отец, нет, там у нас мужские дела. Одно слово, я уже знал, что мне делать. Уважение просто-напросто. И мама скажет, тоже дело, ну, кому-то же надо воспитывать, так сказать. Отец только делом и примером, и словом, все. Я вот такой был, ну, в ластинские обычаи, сами знаете. Урдеглавок и все такое прочее. Вот с таких лет познал, так что сейчас проблем не бывает с этим, когда попадаю. Там свадьба или еще что-то. Ну, свои обычаи я знаю, в принципе, основательные. Так что эту сторону отец, конечно, мне дал. Он, как большой знаток футбола, никогда тебе советов никаких не дает? Да нет, он не большой знаток, он вообще не знаток. Другое дело, что он знаток того, что если я плохо сыграл, значит, его на улице спрашивают, в чем дело, что он там ловит. И тогда он спрашивает, я не знаю, как ты играешь, но позорить меня не надо, вот и все. Я же знаю, он не знает, как надо ловить, как отбивать. Он знает результат на табло 2-1 или 2-0, все в порядке. Если выиграли, значит, я не подвел. Это все. Мама следит за всеми играми вот, чемпионата. Всех, вот можно сказать, она всех игроков знает. Не только Спартака, но и других командах. И знает, у кого, кто на каком месте, кому надо выиграть, чтобы Спартак продвинулся, кому проиграть. В общем, мама у нас самая строгая болельщица. Ответственность за фамилию, вот знаешь, бывает штамп Рембрандт или там, я не знаю, кто там еще писатель, Пикассо, он же отвечает за свой штамп, если он нарисовал, значит, не нарисовал, а написал. Написал, да, художники говорят? Значит, он поставил, и все, должно быть основательно. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
Ради касар царостай, на кайма царостай. Усылы кадзи на каразюар, где фасару. Пусть эта радость будет примерной для всего ущелья. И пусть на счастье переступит порог этого дома невеста. Вы сегодня вступаете в новую жизнь, и пусть она будет прекрасной и радостной для вас и ваших родителей. Не урони чести своих предков, и будь достоин своей Осетии. Когда я был маленьким, допустим, был вот уже в юношах играл, уже в команде был. Когда вручали Ренату приз, думал, когда же это будет, допустим, я только мог мечтать. Вот тут раз сам Коротич только что был в депутатском зале, приехал специально тебе вручить. Ну, такое чувство, кому-то так и должно было быть. Но на самом деле так не должно быть, в принципе. Ну, я знаю, что лучший вратарь теперь еще вдвойне. Как бы сказать, ответственность ложится. Ты уже лучший вратарь, на тебя уже смотрят не как на игрока там Спартака из-за лагеря, а как на лучшего вратаря страны, это надо оправдывать.